Здравствуйте, уважаемые подписчики, друзья и гости моего канала. С вами Алена Колосова. И сегодня я решила поделиться с вами вот такой вот погодой за окном замечательной. Но не только погодой. И решила показать, какое блюдо я буду готовить на новогодний стол, друзья мои. Название у этого блюда в нашей семье очень интересное. Мы называем его просто бабетки. Не знаю почему. Мама тоже не знает, откуда пошло у нас это название. Но это что-то типа варианта мяса по-французски. Только вместо филейки, вместо шейной части, вместо самих отбивных я буду использовать бюджетный вариант, обычный свиной фарш. Он уже попадал в мои обзоры. Итак, первое блюдо, ингредиент, вернее, это фарш. Дальше будет картошка. Дальше 3 средних луковички. Это пойдет на фарш. А чесночок, 2 чесночинки, пойдут в сам фарш. Вот такое количество соли я выбрала. Сыр. Сыр у меня сегодня из Светофора. Ну, майонез, вы видите, тоже светофоровский. И вот еще от рождественского стола у меня остались такие маринованные боровички. Тоже пойдут в это блюдо. Бабетки. А помогать мне сегодня будет вот такой вот Дедушка Мороз, друзья мои. Вуаля! Дед Мороз со своей задачей справился, как мы видим. Картошка натерта на крупную терку. Сыр натерт на крупную терку. Даже на крупную терку пошли грибы. И на еще более крупную терку такими слайсами порезан лучок. Я, как всегда, забыла про яйцо. Оно пойдет в фарш. И тоже уже выдавлен чесночок в фарш. Вообще в фарш не особо много приправ этот идет. Только соль, чеснок, мелисунели. Ну и яйцо добавим. Итак, начинаем, друзья мои. Хорошее яйцо. Высыпаю сюда соль и приступаем к замешиванию. Суть в том, чтобы хорошенько-хорошенько отбить фарш. Фарш хорошенько перемешала, хорошенько его отбила, взяла мисочку побольше, приготовила стеклянный противень, можно любой противень, смажу его маслицем подсолнечным и буду прямо на противне собирать наши бабетки, друзья. А тем временем поставила разогреваться духовку. Думаю, каждая хозяйка знает, что котлетка лучше делается, если руки смочить водой. Вы видели, что в перчатках мне работать крайне неудобно. И так это мы не делаем. Смотрите, формирую такие котлетки и на противне просто вот так вот раскладываю их. Немножко придавливаю. Сделаю вам пару штучек, чтобы ваше время не занимать. Все очень быстро, очень просто и бюджетно, но в то же время все очень-очень вкусно получается. Так, первым слоем пойдет лучок.
Это все ничем не смазываю, наши бабетки. Все это даст собственный сок. Смотрите. Накладываю лук. Можно руками, можно как вам удобно. Вот, на это много, на это побольше. Здесь у меня грибы. Грибы маринованные, но это тоже. Если на все какие отбивнушки а-ля мясо по-французски не хватит грибов, это не беда. В принципе, такие, как сказать, бабетки можно делать с любым. Лук, морковка, помидор, сыр, майонез, все что угодно. Теперь сверху пойдет картошка на крупную терку натерта. Они за счет картошки будут иметь такой, ну, не очень презентабельный вид, но я вас уверяю, это вкусно, друзья мои, это вкусно. Вот картошка. Кстати, друзья, картошку можно посолить, если кому нравится. Но, в принципе, сверху еще будет майонез. Так, вот. И следующий вверх идет сырок. Сырок, чтобы растаял, расплавился. Но я все-таки для быстроты. И последним идет майонез. Как я аккуратно булочку отрезала. Вы можете добавлять по своему вкусу. Такое блюдо хорошо на праздничном столе и в холодном, и в горячем виде. Ну вот приблизительно вот так. Оставайтесь со мной, а я тем временем буду формировать все остальные. Несколько противней. Вот, ребята, такая красота отправляется в духовку. На этот противень поместилось только 6 штучек. А я продолжаю дальше. Друзья, наши бабетки запекались в духовке час при температуре 180 градусов. Смотрите, как подрумянился сырок. Как замечательно они получились. Будем пробовать. Итак, ребята, бабетка немножко подостыла. Можно ее уже попробовать. Смотрите. Замечательно все слои. Все супер. На камеру кушать не буду. Попробую попозже. Все-таки не удержалась, попробовала, ребята. Ну что ж, друзья, как вам такое блюдо на новогодний стол? Его можно и горячим, и холодным подавать. Хочу еще раз пожелать вам всем здоровья в наступающем году. Заходите на канал, подписывайтесь, если хотите. Если это блюдо вам зашло, что называется, если понравилось, ставьте лайки. Ну, если не понравилось, вы сами знаете, что поставить. Еще раз всем здоровья, друзья мои, всем удачи. С вами была Алена Колосова. И вот такое вот замечательное блюдо, как бабетки. Название, кстати, дарю вам, ребята, если кому-то понравится. Всем пока!